Привет! Сегодня мы сканируем комбайн класс Тукана 450. Я расскажу, как при помощи конхакера мы сможем найти параметры работы специального оборудования комбайна, которое ему необходимо для выполнения его основной функции уборки урожая. Ну что ж, пошли! Так, заходим. Что мы видим? Мы подключились при помощи конхакера к коншине комбайна. Комбайн класс Тукана 450 имеет две коншины. Одна из них несет себе информацию о работе двигателя, а вторая коншина несет себе информацию о работе, собственно, комбайнового оборудования. Итак, скорость коншины 250 килобит в секунду. И сейчас мы посмотрим, какие у нас тут данные есть. Я уже некоторые данные нашел. Например, пакет, который отвечает за высоту жатки. Сейчас у нас там нули. Посмотрим, что у нас на мониторе. Здесь у нас настройки сита. Сейчас я оттуда выйду. Высота жатки управляется клавишами. Вот так. Сейчас мы посмотрим параметры комбайна. Так. Так. Окей. Вот так. Вот высота жатки. Вот она у нас поползла, когда я нажимаю клавишу. Посмотрим на саму жатку. Тут она не висит, но привод ее есть. Сейчас. Так, вон она. Нажимаю подъем. Вот она ползет. Теперь попробуем увидеть это все в коншине. Так, резкость. Первый байт, высота жатки. Начинаем ее регулировать. Опускаем вниз. И вот мы видим, как у нас данные меняются. Первые два байта. Это информация с датчика положения высоты жатки. Опускаем. Практически до нулевых значений. Теперь поднимаем. Вот оно у нас поползло. Что еще мы можем посмотреть? Привод жатки. Привод жатки. Второй байт. Для того, чтобы включить жатку, нам надо включить все оборудование. Включаем. Так. О, завелись. И включаем жатку и сейчас смотрим. Сюда. Вот второй байт принял значение 1. Это значит, что жатка включена. Выключаем жатку. И байт у нас принимает значение 0. Отключаемся. Попробуем найти еще какой-нибудь параметр работы оборудования комбайна, что-нибудь специфическое, например, обороты молотильного барабана. Как это сделать, если этот параметр не очевиден при том, когда мы просто так вот смотрим на принимаемые данные из коншины? Итак, поуправляем оборотами молотильного барабана. Включаем оборудование комбайна. Так, сейчас обороты достаточно сильно подымутся и будет грохотать. Так. О! Какая мощная техника. Смотрим молотильный барабан. Вот его обороты. Прибавим.
Надеюсь, там никого не перемололо в байке. 1300. Теперь что мы делаем? Попробуем сфокусироваться. Запишем. Не могу даже попасть мышкой. Трейс. Где у нас фигурируют данные с 1300 оборотами. Окей. И теперь эти обороты скинем до минимального. Теперь в записанном трейсе я нажму кнопочку, буду нажимать вот эту кнопочку синюю вверху, воспроизводить по шагам, и будем сюда смотреть на монитор. Итак, я нажимаю, смотрим. Опа. Еще. Видели? У нас проскочило значение 1300 оборотов. Сейчас мы еще раз попробуем. Найти. Я нажимаю и жду, когда проскочит 1300 оборотов. Вот. Смотрим, на каком ID это произошло. Это произошло у нас... Не могу сфокусироваться совсем. Вот на этом ID. Теперь идем в монитор и смотрим его. Вот он. И смотрим, как теперь меняются у нас данные. Я прибавляю оборотов. И первый байт у нас начинает изменять значение на увеличение. Вот. Я уменьшаю. Сейчас фокусируется. Сложно поймать фокус. 27 26 25 24 23. И вот таким образом мы видим уменьшение оборотов молотильного барабана. Вот так при помощи конхакера мы можем исследовать работу навесного оборудования сельскохозяйственной техники любых марок. Пользуйтесь конхакером.